Привет всем! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим с вами о том, снимать ли лиры с карты Тинькофф Турции и насколько это выгодно. Приехав в Турцию, вы сможете снять с карты Тинькофф лиры в любом турецком банкомате. Банкоматы, конечно, отличаются друг от друга, и будут они отличаться тем, что тот или иной банкомат либо не берет комиссию совсем, либо берет комиссию, и также, конечно же, отличается курс лиры. Но вопрос такой спорный, нужно ли вообще снимать лиры. По моему мнению, лучше вообще лиры не снимать, потому что практически везде сейчас в Турции можно расплачиваться картой. И это намного выгоднее. Карты Тинькофф предоставляют очень хороший курс лиры. Он не сильно завышен от основной, скажем так, информации, да, то есть если, например, по официальным источникам лира стоит 1 лира 9 рублей, то Тинькофф не сильно завышает эту цифру при расплате картой, например, это будет 9 рублей 10 копеек, то есть это совершенно смешные цифры. И, как я уже сказала, картой можно расплачиваться сейчас, ну, практически везде, во всех крупных магазинах, мелких магазинах. Вот когда мы идем, например, по улочкам Турции, все магазины и с вещами, и со сладостями, сейчас везде стоят терминалы, даже в самых маленьких магазинчиках. Если даже в одном магазинчике этого терминала нет, продавец бежит в соседний магазинчик, и вы можете расплатиться картой. И даже в общественном транспорте, в маленьких долмушках, в маршрутках вы можете приложить карту, и таким образом вы расплатитесь за проезд. То есть сейчас все устроено так, что абсолютно везде присутствует безналичный расчет. То есть вы не будете лишний раз обменивать, неважно какую валюту, да, которую вы хотите привезти в Турцию. Вы будете расплачиваться практически по тому курсу лиры, который сейчас есть. Плюс еще, конечно же, в том, что лира к рублю падает. Даже если сравнивать лиру с прошлым годом, а еще 4-5 лет назад, то сейчас лира все падает, и она варьируется примерно за 1 лиру где-то 9-10 рублей. Для русских граждан это очень и очень выгодно покупать все товары. Так что какой мы делаем вывод? Лучше всего лиры вообще не снимать. Прямо по максимуму старайтесь пользоваться и расплачиваться картой. Еще плюс, даже если вы расплачиваетесь картой Тинькофф за границей, вам все равно будет начисляться кэшбэк. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала Банковский. Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания!